Накануне вечером в Красноярске горело здание бывшего комбайнового завода, заброшенный цех, который находится напротив жилых домов на Ломоносова. Видео сняли как раз местные жители. На кадрах видно, как черный дым валит из разбитых окон. Видно, как из некоторых вырывается пламя. Как рассказывают очевидцы, загорелось здание в начале 7 вечера. Люди видели, как из здания выбегали дети. По данным спасателей, никто не пострадал. На месте работали 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина пока уточняется.